другой ракурс. И подтяжку глаза мне. А мне щек. Щек. Ладно, в общем, ситуация заключается в том, что мы приехали в Нью-Йорк не только путешествовать по Америке, а еще и строить величайший бизнес. Он вот так строится в 7 утра. Вообще-то уже 8:15. По ощущениям 3, я клянусь, по ощущениям 3 часа утра. Вот, и суть в том, что мы уже начинаем. Итак, мы приехали в Нью-Йорк не для того, чтобы только путешествовать, хотя это тоже неплохо. Но мы хотим здесь строить величайший бизнес всех времен и народов. Уже? Уже построили. Начало положено. Ира тут 3 года положила начало вот этому всему великолепию. И мы продолжаем. Мы сняли помещение на следующем этаже, на 5-м этаже. Очень большой прикол, что и в доме Ира живет на 4-м этаже, а мы на 5-м. И тут у нас на 4-м этаже Ирин салон. А на 5-м мы сняли помещение на 2, где мы будем рисовать и обучать массажу. Вот. И сейчас самое... красивая часть, потому что скоро будет до-после, потому что мы делаем ремонт. Да. Сегодня начинается ремонт, и вот время 8:23, по ощущениям, 3 утра, и мы едем на стройку. Ира еще едет делать массаж, но это Ира. А возможно сегодня... Кто-то в нашей семье еще пока должен зарабатывать. Да-да-да, кто-то должен работать, мы только тратить можем. А возможно еще сегодня будет наисчастливейший день, и мне Полина нарисует брови, а Ира улучшит спину. Или я там между нами шевелится. Ну вот. Поэтому, мне кажется, 2-й сезон это еще круче, чем 1-й сезон. Пока что я знаю 5 людей, которые смотрят мою реалити. Все они едут в этой машине. Всем моим 240 подписчикам, 242 подписчикам на данный момент я посылаю огромные лучи добра и очень сильно их люблю. Это программа «Доступная еда». А что там? Это они очередь, в очередь встали. Там Church, смотри. Так, что эти тележки? Это более продуманные. Ничего себе. Там много еды решается. Да. Бесплатная еда? Да, бесплатная еда. Ну, здесь есть банки. Класс. И это вроде один из самых. Может, я тебе буду помогать? Нет, подожди, там. Уж уже. И чистый. Это вот... Не то. Не надо. Payment. Короче, я так понимаю, что... Ну, там... Все с ним через одно место с этим чуваком. Ключ взяли, да. Ну что, мы пошли. Я снимаю на 2 телефона. Мы пошли на 5-й этаж. Полина, вы готовы? Так, тут у нас лестница. Что-то лестница косит влево. Наше помещение. А что, кто открыл? Это ты открыл или так? Была открыта? Он украл мой стул? Он украл мой стул. Он украл мой стул. Давайте включим свет и снимем помещение, какое оно было. Здесь, во-первых, лестница, здесь волосы. Копил, видимо. Короче. Тут даже швабра есть, как ты любишь, отжимок. Включите, пожалуйста, свет здесь. Давай, вот это. Отойдите, я снимаю. Нам наш на память. Какое у нас помещение. Маленькие потолки. Так, включайте здесь свет. И отлично, сюда заходим. Здесь у нас будет личный кабинет. Все круто. Пол, потолок. Все такое маленькое. Нам сказали, что за этой стеной, вот за этой, показываю пальцем, еще 1.5 метра. Поэтому наша задача снять все. И потолок еще на метр вверх. И здесь, да, 20 сантиметров. Надо убирать, я думаю. Убирать? И вот здесь двойная вообще лесенка. А все снимай. Так, это Иркина штука, надо вот сейчас решить. Вот эту штуку, да, мы видели? Убираем или оставляем? Просто это неплохие полки, можно их оставить. Это плохие полки. Хотя можно и отреставрировать, тоже будет красиво стоять вот такой.
Ладно, наверное, надо начинать новое снова. Дверь вот эта, конечно, не очень, а вот другая дверь мне очень нравится. Вот эта. Мне кажется, она очень красивая. Но я не знаю, что с ней делать. Можно ее здесь туда поставить и приделать такую эту, как называется? Ага. Мне кажется, зато она тонкая и пропускает звук. То есть плохого. Так что, может быть, и дверь придется убирать. Тут, конечно, мы все убираем. Еще вот этих подоконников всех не будет. Потому что это чистый гипс. И да, вот так прикольно, когда он выглядит, но нет. Какой у тебя настрой? Настрой хороший. Оптимистичный. Ты в предвкушении ремонта? В предвкушении грязи. Грязи, да. Тут еще этот пол. Если честно, мы в какой-то момент думали его сохранить, но он уже там все. Да, ну это мы стоим где-то в сантиметрах 30 от пола. Вот это вот надо что такое понять. Тут какая-то неизвестная дичь. Это, конечно, все разбирается. Все разбирается. Вау, мы первый раз пришли в кинотеатр. В кинотеатр. Мы пришли в кино в IMAX, будем смотреть «Аватар». Знаете, почему я в очках? Потому что я рыдаю как не в себя вообще. И это очень такой фильм, конечно. Вадим, как тебе кино? Хорошее. Хорошее? Это все, что ты можешь сказать? Хорошее? У меня есть замечание. Замечание? Но в целом это очень хорошее. Но если честно, какой-то неловкий момент, что была некая радость, когда убивали людей. Ну, типа, эту лодку разбили. Такие, yes. У тебя не было такого? Нет. Но когда убивали кита, я думала, я вообще умру. Вместе с этим китом. Короче, капец. Вообще, и не останавливаются слезы. Я не знаю, как можно не заплакать. Как я красиво тут иду. Но это, конечно. Это, конечно, конечно. Мне тоже кажется, что это сильнее, чем первый «Аватар». Все, не рыдаем. Мы на Бродвее, кстати, идем. Я думаю, что тут все так сияет. Но исполнилась одна цель. Мы сходили в кино на английском. Мы все поняли. Да, Вадим? Вообще, я тоже. Я думала, что мы ничего не поймем. Мы все поняли. У меня, правда, сейчас сердце выпрыгнет. Я перенервничала, по-моему. Ну, тяжелый, конечно, я. Мы сходили в кино в IMAX 3D на Манхэттене в центре Нью-Йорка на английском. Ну, короче, круто. Круто. Ой, что-то мы долго идем до офиса. Вот. А вообще, у меня есть новости. Нам надо решать вопрос с помещением. И мы его решаем, но об этом я расскажу в следующей серии. А мы продолжаем наш восхитительный влог о том, как мы строим бизнес в Америке. И так, что мы сделали? Мы выкрасили брови. И сейчас Ирина работает, так сказать, не покладая рук. Не покладая рук и ног. И ног, да, тоже не покладая. В общем, одна Полина трудится в целом. Все хорошо. Да, мы... Я открутила полку. Чем да. докажешь? А я на видео сняла. Ладно. Как я открутила. Не сняла, не было. Да, не сняла, значит, не было. Как это, есть такая штука, если тебе кто-то говорит, что ты что-то не можешь, сделай это дважды и выложи в Инстаграм. В общем, у нас мальчишки пошли распиливать, а мы решили сделать себе немножечко красоты, и потом пойдем все это добро собирать в мешки. Мы купили специальную одежду. За копейки. Ну, как копейки? У меня вышло $50. Это много? Ну, 2500 рублей, грубо говоря. Вот. Стоит моя одежда. Не это. Это подороже. Полиночка. Да.
С бровями тоже. Ирка одна без бровей. Ну, у Ирки татуаж очень удобно. Итак, лучший момент в нашей работе. Лучший. Давай. Кайф. Мне сейчас делают массаж. Это сейчас снимет мой массаж. Видите, мы ремонт делаем, не покладая рук все еще. Вообще, руки не ложатся никуда. Кроме как на спинку. Счастье вообще-то оно есть.